Часам цуды здараюцца. Узяць гісторыю з Іоанном Кармянскім. Справа была ў вёсачцы Карма, што пад Гомелем. Не блытайце, калі ласка, з аднайменным райцэнтрам. Незадоўга да кастрычніцкай рэвалюцыі памёр там мясцовы настаяцель царквы. Пахавалі яго, як і належыць, у крыпце пад храмам. А пасля ўжо лёс храма быў маркотны. Скончылася гісторыя тым, што на месцы былого храма стаяла танцпляцоўка. І хто ведае, па якіх прычынах, але толькі ў 80-х годах абрушыўся яе фрагмент. І ў земляной поласці адкрыліся нятленныя мошчы айца Іоанна, апошняга святара ў гэтай вёсцы. Вось яна, вёсачка агародня, дзе магілка святога. Природа наўкол бедная, нічым асаблівым не характэрная. Калі, скажам, сам Добруш хаваецца ў цені дубоў і соснаў, вакол горада месцяцца лясы, ды да таго ж праз яго працякае рака Іпуць, то тут, вакол агародні, палі ды рэдкія хмызнякі на забалочаных лугах. Ціхае месца, цяпер яшчэ і святое. Сюды штогод прыходзяць уладыка Сцяфан, епіскап Гомельскі і Жлобінскі. Гэта яго намаганнямі і былі знойдзены нятленныя мошчы Івана Гашкевіча, так звалі святога ў міру. Мы раскапалі гроб, падняў доскі верхнія гроба крышкі, там ляжыць священнік. У руках дзеревяны крест, іконка Іоанн Багаслоў бумажная. На мяне што паразіла, што ліцо священніка было адкрытае, а кады хароняць священніка, то ліцо ўсё накрываецца, і не было ўжо наперснага креста священнічага. Я людзей здесь маса сабралася, я ўсім говорю, смотрите, вот бачка почему-то лежит, на нём нету креста. Впоследствии людзі расказалі, што кады счищалі все после пажара остатки, то раскапывали, вскрывали и сорвали крест с бачка. Серебряный крест позолоченный был снят. Вот. Я вынул мощи, принесли простыню. Я в простыню завернул, вынул останки отца Яна. И рядом буквально ну, сантиметр 30 расстояние песчаный грунт, это песок. А вторая полоска гроба. Это его сын. Если батюшка похоронен был в 1917 году, то сын был похоронен в 30-х годах. І ад таго пагрэбення нічого пашчы не асталася. Зямное жыццё святога праведнага Іоанна Гашкевіча скончылася восенню 1917 года. Бацюшка не дажыў да кастрычніцкай рэвалюцыі, але прадказаў яе. Яшчэ ён прадказаў і свой незямны шлях. Так ён казаў, памру, сонейка свяціць будзе, дзень ясны. І сапраўды, у гадзіну скону бацюшкі быў ясны пагодлівы дзень. Так протаіерей Іоанн Гашкевіч, годна завершыўшы свой зямны шлях, перайшоў у царства нябеснае. Калі выбіралі месца для будаўніцтва новага храма, не абышлося без цуду. У цэнтры вёскі на пагорку вечарам загараліся свечкі. У нятленнасць мошчаў тады ніхто не верыў. Я немного стал показывать, я просто открыл голову, показал волосы, подергал за волосы, говорю, если там кожи нет, на чем они держатся? И все успокоилось. То есть людям вот они явно видели доказательства нетления мощей праведного батюшки Іоанна. Тое, што останкі знойдуць, айцец Іоанн прадказаў сам. Ён казаў, што век не ездзіў на машыне, а пасля смерці пакатаюць. Будуць скакаць на мне, ды труна дужая будзе. І гэта спраўдзілася. У 1950 годзе камуністы спалілі царкву, у якой ён служыў, а на яе месцы арганізавалі футбольнае поле і танцавальную пляцоўку. И эта история натолкнула меня на то, чтобы исследовать жизнь отца Іоанна, исследовать историю этого храма. И я это буквально целых почти 10 лет собирал материал. И не только я один работал, это многие люди работали. Мы и в Национальном архиве, и в Петербурге в архиве много понаходили документов. Понаходили документы отца Іоанна, понаходили документы по Свято-Никольскому храму. Вот. И за это время стали происходить чудеса исцелений на могиле отца Іоанна. И потом было принято Синодом Белорусской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха покойного уже Алексия канонизация святого праведного Іоанна Кармянского. Вот этот святой мощи, будем говорить, третьи мощи, которые у нас находились в Белоруссии. Мощи в Хрестине Полоцкой находились, мощи Софии Слуцкой и мощи святого праведного Іоанна Кармянского. По православным звычаі знойдзеныя мощи прославлялися не адразу.
Потребуется не меньше за 5-6 годов, как переконаться у их святости. Так, у истории Белорусской Православной Церкви Иоанн Кармянский стал 16-м святым и 3-м, чьи мощи находятся у Беларуси. Сюда приезжает шмат заузятых атеистов, але тут яны приходят до веры. Многие здесьняют паломництво до святых мощов. Притягивают цуды вылечения у каля мощов праведника. Конечно, люди приезжают и неверующие, всякие люди приезжают, вот. Но подвигает людей сюда ехать чаще всего людей, далеких от церкви, которые еще ищут путь к церкви и узнают про батюшку Иоанна, про праведного Иоанна Кармянского, читая его житие, слушая то, что рассказывают люди, их сподвигает поехать и убедиться самим. И здесь часто так бывает, что люди приезжают из очень далеких мест, и получает исцеление, и потом уже приезжает не только, а приводит и других людей. Без веры ничего не бывает. Если есть вера, хотя бы как горчичное зерно, она в пламя перерастает. То, что людей привлекало это место, это непростое место. Здесь мы сходятся три государства рядом, границы трех государств. Со всех, и с России, и с Украины, и с Белоруссии. Народ едет, и я уверен в том, что тропа к этому храму никогда не зарастет. Великий образ этого чудотворца блещет по золотой у адлюстраванні шматликих свечек. З образа сивоволосый святый с мудрыми вачыма благословляя людей. Это такая тема нам изучения того, что было, чтобы не повторилось. Вот. И то, что праведники живы вовеки. И мы будем торжество отмечать этот день памяти 31 мая в следующем году. Вот. Надеюсь, что здесь будет много и верующих приедет, и паломников много приедет, и духовенства. И мы все вместе вознесем свои молитвы, чтобы Господь по молитвам батюшки Иоанна хранил нашу Белую Русь. Ровно 20 годов тому Синод Русской Православной Церкви залечил айца Иоанна до лику места шановных святых. С этого часу колькость паломников выросла у 10 разов и с каждым днем повеличивается. На хросные ходы бывает не меньше 1000 верников. Щодня про это святое место доведываются новые люди. Имкнутся приехать, а приехавши однойчи марать трапить сюды знов, привести своих знакомых и близких. Усе погаджаются, что место тут незвычайное, особливо одоранное Божьей лаской. Гэтые люди готовые пройти свой шлях до святого, не глядячи на долгие черги. Терпливость, наикаштовнейшая якость для христиан, лепей за все выпрацовывается у такой чарзе, коли чакаешь с молитвой и ведаешь, деля чаго. Идут и идут люди, шукаючи подтрымки у высших сил с молитвами и надеей на вылечение. У айчынные святцы его имя унесено разом со словом «цудотворец». Але шанование батюшки Иоанна Гашкевича почалося с моменту яго скону у 1917-м. Таким чином, наступный год юбилейный. Ровно 100 годов, як Иоанн Кармянский обороняя и благословляя Белую Русь. От зерня до колоса, от колоса до каравая. Мяняется житё, переоцениваются каштовности, а лишь есть у человека непохисный продукт харчавання, аутеритетный. Про яго и поговор. Хлеб – это головный продукт харчавання у кожным доме. Им сустракают гостей и у агрогородку Батвинова Чачерского района, где пануя уникальная атмосфера быту наших продков. Музей хлеба не аматорская установа, это славутость усёй Гомельской области и нашей республики. А зараз, детки, мы пройдем в музей, где у нас собрата одна частка тих прилад праці, якими раней люди обрабатывали хлебу. Экспозиция музея хлеба розповідає про шлях, який проходить Бохан. От проросшого зернятка на полі до посадки у печ. Демонструє посуд, прилади праці, які приміняли наші продки для випічки хлеба, знайомить з історією предприємства і розвитком хлебопекарної індустрії. На эту лопату посыпали мукой, чтобы хлеб не пролипал. Потом хлеб ложили и совали у печку. И там, если подовый хлеб, то значит, его прямо так на под и ложили. Ну, спочатку под застилали дубовыми листьями, а потом на эту лопату и садили туда хлеб.
Разнастайныя прадметы, быццам часткі вялікага механізма, у руках гаспадыні атрымліваюць другое жыццё. У гэтым памяшканні этнаграфічныя назвы, незразумелыя цяперашнім школьнікам словы, ператвараюцца ў знаёмыя, нават пачутыя калісьці. Напрыклад, тая ж самая абівалка. Вось гэта, дзеткі, ведаеце для чаго? Это аббівалі снапы. Снапы лажылі на калі іх касілі, дзе-то наш серп. Вот, серп наш, гэтым серпом яны касілі. Потом ложили снопы долой и оббивали вот этой палкой. Потом собирали зерня и мололи вот такие жорны. Вот сюда сыпется зерно, крутится вот это, а вот сюда высыпается мука. Да помогают уявить, как створается хлеб и удельникам аматорского объединения с назвой «Бабулины деликатесы», якое працуе при музее. Господиня, одночасово директор культурно-спортивного центра, на базе якого и працуе музей, Ирина Никишова, делится с будущими господинями секретами приготовления хатнего хлеба. Коли оно подошло, як кажуть, созрело, а печка вытоплена, час справляться с ним, с тестом. Покуль хозяйка будет выпекать хлеб, и на целый ритуал треба зробить было. Чистенько опраналася. Дитям, крый Боже, николи-николи не казала ничего. Тому что, чтоб был покой, каб хлеб отрымался. И на тихонько шла, умывалася, опраналася чистенько. Перед образами просила Бога, каб ей допомог у початой справе, и только потом начинала заниматься своей справой. Раней на Беларуси дбайные господыни что тыдень на житней ці аўсяной заквасцы выпякали духмяные аппетитные боханы. Секрет приготовления передавался с поколения у поколения, и литерально кожная семья мела свой отметный способ выпечки. С часом з'явилися формы для хлеба, что значно облегчило працу господыни. Муки сыпнуло туда на чарынь. Если печка муку прымае не золотистый цвет, значит, хлеб можно саджать. Пакуль хлеб пячецца, гаспадыня яшчэ шмат працы паспявае зрабіць. Стол накрыць, гасцей прыгасціць спечанымі з пшанічнай мукі птушкамі, булачкамі саракамі і расказаць пра цікавінкі. Асабліва ў мене рэцэпт свой. Гэта для першых блюд. Бяром муку як бы пшанічную, туды ўходзе і мука ржаная. 150 грамм соленого сала, добавки, ароматизация разная, там тмин, соль, трошки сахару, обовязково ж дрожжи, это ж ранее без дрожжей робили, а мы обовязково на дрожжах робим. Не отходят у музея от давних традиций приготовления хлеба. Здобные вырабы идут у ход, коли треба пригостить наведвальников альбо мясцового домовичка. Для его булочку с пшеничной муки обовязково робят солодейшей. Если мы его не почастуем, то он нам тут трошки может, то оберне нашу лопату ли печки стоит, к прикладу даже. Как стане лететь вилышники и лопаты там, то сюда. Все, одразу вспоминаешь, что-то ты не зрабил. Поэтому режешь ковалок самый добрый лафаню нашему и ложим за печек. З тягом часу навыки бабуль згубіліся, и мы частей за все набываем хлеб у гандлёвых кропках. Але ж батвіновскую хатку активно наведваюць. Значит, справа захавання батьковских звычаяў и традиций твердо замацавалася на чачерской земле. Гости с замежжа так само наведваюць гэты дзіўны культурно-туристичный объект. Сами итальянцы у нас побыли на открытии с Италии. Были с Голландии, семьи приезжают. Обовязково привозят своих. А что детки, и Чачерский район уже побыл, и Кармянский. А зараз працуем с турфирмами, гомельских деток возят с усіх школ, с гимназии. И парикмахеры были. Вот, так уже знакомство такое у нас и с парикмахерами было. Разных профессий. И как бы вот у нас недавно была даже группа с Гродно. И это не хвалебные слова. Згодно с даденными ревизийских материалов, про батвиновский хлеб ведают еще с 1859 года. По сегодня тутейшие жыхары заховывают секреты хлебной справы. Делятся секретами. Обовязково спеченный хлеб ложить на полотняную тканину и не разразать его горячим. До того ж трошки обмыть верхнюю скорынку, каб яна не была крепкой и моцной. Есть и такая прикмета. Кто жадая народить хлопчика, обовязково з'едать скорынку.
Сапраўды, прыкметы пра хлеб нясуць у сабе сакральны сэнс працягу жыцця. Калі паважаць традыцыю, можна забяспечыць сабе і нашчадкам шчаслівы лёс. Нездарма ж кажуць, хлеб усяму галава. Сёння вяселле можа далёка не ва ўсім капіруе стары звычай. Але што тычыцца ручніка, звычайнага даматканага неглюбскага ручніка, то ён, як і раней, служыць лепшым упрыгожаннем вяселля. Уявіце сабе, у хаце жаніха развешваюць ручнікі, вытканыя нявестай, і ўся жаніхоўская радня, суседзі, а там, глядзіш, і ўся вёска сабралася паглядзець, на што здольная маладая. Як лініі лёсу па далоні чытаюць людзі па ручніковых узорах характар, розум, спрыт маладой гаспадыні. Под белого да берегечко, под белого да берегечко, сивы коні да не бега, да не саме зверю, ты кажешь. Добрый день, суточки! Добрый день, моя свашечка. Добрый день. А ці ждалі вы нас? Скача, спявае, гамоніць вяселле. Мільгаюць чырвонымі калодкамі на рукавах саматканыя жаночыя кофты, падкрэсленыя вязанымі чырвонымі паясамі, пярэстымі андаракамі. Глядзіш на вясёлы карагод фарбаў і ўзораў і пачынаеш думаць, што гэта агляд мастацкай творчасці. Але вось адзін з гасцей крычыць горка. Не, гэта, аказваецца, вяселле. Свашачкі, каб любіліся нашы дзеткі. Дай Бог. Там же сучасны неглюбскі ручнік, вядома, трохі адрозніваецца ад старога. У ім пачынаюць з'яўляцца блакітны, зялёны, жоўты колеры. Але душа больш ляжыць да старога, чырвона-чорна-белага, з чыста геаметрычным арнаментам. Дык вы толькі паглядзіце на яго, які ён сакавіты, цёплы. У нас форум был экономический в Гомеле. Приезжали сюда нам иностранцы. Мы вывесили в нашем зале столько было ручников, что они, когда зашли, они ахнули. Мы собрали женщин, и во всех сундуков подоставали ручники и повесили их на высоту 2 метров и до пола. И вы представляете, по залу это где-то там было ручников 150. И разные. Разные во всем. Что-нибудь, но что-то не такое, не похоже. Похожих не было. Людмила Ковалева вяде у неглюбским сельским доме культуры гурток под кацтве. Тени спадшинная яна майстрыха, раз так справа и гэтай захопленная. Оказывается, на веткаўшчыну яна трапила, выйшаўшы замуж. У яе гурток люди приходят с задавальненнем. Шкада только, что во узоры на рушниках яны не укладывают уже некий сенс, а выбирают просто то, які подобается. Если вы приедете вот к нам, особенно после на Пасху, вот и до ушествия, то у нас во всех буквально, который дом вот вы не зайдете, которые вот старые дома, ну не теперешние коттеджи построенные, то во всех кругом на картинах, на иконах, везде рушниками украшен весь дом. И даже эти самые тканые постилок много, тоже люди застилают. А потом уже, когда начинается праздник ушествия, после ушествия снимают эти все рушники, чтобы муха не села на него, на этот рушник. Очень берегут вот женщину такое. То есть сейчас полушествие, она не выгорая, не линяя. А раньше же простая нитка, она красилась в домашних условиях, и она выгорала. Ручнікі, зробленыя неглюбскімі ткачыхамі на драўляных кроснах, пайшлі хадзіць па белым свеце. На якіх міжнародных выставах яны толькі не перабывалі. У Нью-Йорку і Монреале, у Токіо, у Парыжы і Брусселі былі. І адусюль вярталіся з залатымі медалямі.
Нават американский музей Метрополитен и той не выстоял перед этой прыгажостью. Набыл для своей коллекции несколько неглюбских ручников. Повалили у вёску неглюбка з усёй Беларуси этнографы, мастацтвазнаўцы, дизайнеры, мастаки и просто туристы. А недавно тут отбылось региональное свято белорусского ручника, и оно усколыхнуло интернет. Приезжали к нам со Жлобина, и вот там просто после Чернобыля выселили семью, ну, например, одну, да, и они привезли ручники и украшили свое подворье неглибским ручником. Но он уже подходишь и уже видишь, что это неглибский ручник. Уже, можно сказать, они занялись плагиатом, у нас воровали. Вот, поэтому, я думаю, лучше, чтобы хвастаться своим, что именно у них в деревне делалось или в районе. А ваш ручник, он лучший? Ну, конечно. По-моему, нет слов. Зимой у вёсцы жыццё замирая. Нема огородов, парников. День короткий. Вёска неглюбка у холоды так само с большего упадая у спячку. Типовая полесская глыбинка? Не зусім. Неглюбка – одна из не самых малых вёсок. Амаль 1000 жыхароў. Калісьці она была глухаманню. Сюды ссылали монахов с Киева-Печорской лауры. Отсюль и назва – Неглюбка. Место нелюбое Богом. На 100 верст вакол лясы ды болоты, земля пясчаная, бедная, на такой не разбогатеешь. Ледь концы с концами зводили. Вось и развивалось тут ткацтва. И себе опрануть, и приробок, коли продать отрымается. Усё, от анучи до головных хусток, сами для себе и робили. В 70-х годах здесь не было даже ни дорог, ничего. Такая глушь была, здесь сюда летал самолет. Не было снабжения. Люди здесь жили вот своей, поэтому, возможно, оно и сохранилось до этих пор. Саджать, так кажут неглюбские ткачихи об нанесении узора у притканни. Человек, небы древо, с годами урастая в свою землю и узрастая на ей. Земля, на якой народился, самая близкая и родная. И тому ручник оборонца роду – это еще и уникальная географично-ментальная карта, на якой можно распознать свою новую землю и самого себе, например, у коле ромби вертикального ланцужка на тканом ручнику. И есть тут своя особливость. Везде ткется по лицу, а у нас ткется по изнанке. Поэтому получаются все узелочки вот эти вот на изнаночной стороне. Поэтому называется ручник у нас односторонний. Неглюбские вот женщины придумали такую технику. Именно в нашей деревне одна только такая. По работе по рушниках определялись тоже мастерицы, ткачихи. Не каждая, например, могла бы по нему выткать. Это отдельные вот одежду, фрагменты одежды. Это не каждый человек мог. То же самое заправить станок. Это в деревне было человек, может, 5-6, что заправляли станок. Остальные уже пользовались тем, что, ну, заправит ему уже. Гэтыя вытворчыя сакрэты ведаць зусім не абавязкова. Затое пры выбары ўбору не лішнім будзе веданне, што лепшымі ручнікамі лічацца вырабы, адноўленыя па старадаўніх малюнках. Нездарма за гэтыя рэчы неглюбчане сабралі мяшок узнагарод з усіх выстаў, якія тады існавалі ў Саюзе і Еўропе. Вы даже по деревне будете идти или ехать, вот будет идти бабушка такая лет 70, вы не ошибетесь, если скажете, покажите нам рушники свои, она обязательно покажет, потому что здесь буквально в каждом доме у любой женщины есть еще работа, и даже и их матерей, и все. Поэтому у нас еще хорошо, что есть такие женщины, у кого мы можем учиться, и мы ходим к ним по домам. А мы никуда не по справочниках, а именно у женщин все спрашиваем. Не надо никуда не ездить, не спрашивать, не искать. Вся у нас, говорится, литература у бабушек. А починалося усе з 4 ручнікоў. Іх прынёс у Веткаўскі музей яго заснавальнік Фёдар Шкляраў. Цяпер калекцыя ткацтва ўзрасла амаль да 2000 адзінак і з'яўляецца самым поўным і вывучаным зборам у рэгіёне, які сам па сабе скарбніца ткацкіх традыцый. Ручнікі працягваюць жыць сімвалічным жыццём. І тых, хто па-майстэрску чытае гісторыю па ручніку, лічаныя адзінкі. А семейное житё начинается с тканого ручника, на який у ЗАГСе становятся молодые. И заканчивается так само им, коли его опускают у опошний притулок. Такий вот житёвый круг – світы з льняных полотнов.
Няма сумненняў, што адраджэнне тэхналогіі вырабу неглюбскіх ручнікоў важная справа. Але не галоўнае. Колькі іх будзе вырабляцца ў неглюбцы за год? 10, 20, ну, можа 100. Гэта дарагія рэчы для прадстаўнічых мэт. Кожны такі ручнік мусіць быць унікальным, вырабляцца па асобнай замове. А вось сувеніраў па матывах неглюбскіх ручнікоў патрэбна процьма. Прычым не толькі тканых, але і вышываных, выкананых у тэхніцы саломкі.